Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале Северное вязание. Итак, сегодня у меня третий старт. Так, да, третий. И так, я тут запуталась. И что я начинаю? Я начинаю кардиган для своей племяшки. Буду я его вязать вот из этой пряжи. Я показывала эту пряжу в покупках и прочитала много хороших отзывов от вас, что, ну, много кто что-то из нее вязал, в основном кардиганы, и что очень довольны ее износостойкостью. Значит, вот так она называется, типа твид, да, ну, потому что здесь вот такие вот крапинки. Я ее выбрала из-за цвета, потому что вяжу 13-летней девушке. И мне кажется, такой цвет ей будет хорошо. Значит, здесь 100 грамм 170 метров, 77 акрил, 20 шерсть и 3 вискоза. Она на ощупь очень-очень шелковистая, но имеет блеск синтетический. То есть, если вот на солнце... Так, сегодня проблема с солнцем, так что не очень видно, да? Но вообще, вот если на солнце, то есть такой синтетический характерный блеск. Так, и я начала уже вязать. Так, этот цвет, посмотрите, очень красивый цвет. Где он? Вот такие у картопу странные цвета. Так, и еще, что я хотела быстренько сказать. Значит, мне девочки, несколько человек написали, что картопу закрыла свое производство. Поэтому эту информацию я передала вам дальше. Но, зайдя на сайт картопу, я что-то не заметила там, что они прекратили свое существование, потому что у них там и новинки пряжи сейчас появились, и тоже какие-то мастер-классы, и боксы с пряжей они продают на вязание игрушек. То есть я сейчас в замешательстве, честно говоря. То есть я была бы только рада, если они продолжат свою работу, потому что, повторюсь, пряжа картопу Cozy Wool для кардиганов вот этих объемных мне просто очень понравилась, и я бы работала с ней дальше. Так, если кто-то что-то про это знает, то, пожалуйста, поделитесь с нами информацией. И вот я вязала образец, выбирала спицы, потому что при вязании платочной вязкой, я же буду вязать платочной вязкой, да, если ее вязать, например, на том же номере спиц, что и лицевую гладь, то платочная вязка будет стоять колом. Этого мне нужно избежать, потому что я хочу, чтобы кардиган был такой объемный, как это сказать, обволакивающий, в общем, приятный, да, то есть не пальто, а такой, скорее, плед. И я здесь тренировалась по шишечкам. Я небольшой фанат шишечек. Я не знаю, может быть, пару раз в жизни я вообще что-то вязала с шишечками. Один раз это был желтый плед с шишечками, Тимуру я вязала. А один раз вот той же самой племяшке я вязала свитер, ну, джемпер-свитер, да, тоже с шишечками. И все, по-моему, больше я вообще ничего не вязала. И поэтому у меня шишечки, ну, такие... В общем, нужно было потренироваться. Вот здесь, смотрите, я попробовала связать шишку платочной вязкой. Прикольно, кстати. Но на рукавах будут шишечки, да, и я не знаю, почему я раньше никогда не пробовала шишки крючком. Это просто, не знаю, это очень классно. Они выглядят гораздо более объемно. Посмотрите, как... Прям хорошая, это такая какая-то грустно свисает, а это прям такая объемная, хорошая. Давайте быстренько, кто не умеет, я вам сейчас за 5 секунд покажу, как вязать шишечки крючком. То есть вот мы вяжем спицами полотно, дошли до той петли, откуда мы будем вывязывать шишечку. Смотрите, эту петлю мы снимаем на крючок и провязываем крючком. Дальше мы делаем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли подъема заменяют нам один столбик с двумя накидами. И дальше вот из этой самой петли мы начинаем вывязывать
столбик с двумя накидами, сделали два накида, заходим в эту петлю и провязываем раз и два, не до конца, да, чтобы вот одна петля, вторая петля. Дальше опять следующий столбик делаем. Так, опять провязываем раз, два, осталось три петли. И так мы сделаем 5, чтобы было всего 5 столбиков. Так, это четвертый, вот у нас 4 петли. И это 5-й. Я тут при свечах сижу, на улице дождь. Так, это 5, вот у нас 5. И теперь мы их провязываем вместе. Хоп, все. Шишечка готова, она очень красивая, объемная. И просто мы эту петлю переснимаем на спицу и вяжем дальше спицами до следующего места, да, где нам нужно делать шишечку. Вот, очень красиво получается. Я не знаю, наверное, если бы я раньше не ленилась, а попробовала связать шишки крючком, мне бы... они бы больше, чаще встречались в моих вязаных вещах. Вот посмотрите, вот эти 3 спицами, а вот эти такие хорошенькие крючком. Так, все. А, значит, расчеты. Так, сейчас я свечку уберу, а то еще подожгу что-нибудь. Значит, расчеты здесь элементарны. Смотрите, девочка 13 лет, худенькая, стройненькая. У меня ее в доступе нет, чтобы ее измерить. У ее мамы времени точно на меня нет, чтобы там ее мерить. У меня сестра вся в работе. Поэтому что я сделала? Я залезла в интернет, просто набрала кардиган для девочки. Там, или напишите кардиган, оверсайз для девочки. Находите не обязательно кардиган вот такой, как мы будем вязать, любой, хоть там с косами, хоть там не знаю с чем, просто он должен быть свободный, с такой хорошей свободой облегания, да, и я выбирала именно бесплатное какое-нибудь описание, потому что из этого описания мне нужна только вот эта схема, типа а-ля выкройка, да, вот с этими циферками. Я выбрала возраст там, я нашла, по-моему, на парижанка.info, я нашла, если я не вру, какой-то кардиган для девочки и взяла вот эти вот мерки на 12-летнюю девочку. Кате исполнилось 13 только неделю назад, и, повторюсь, она очень такая худенькая. Так, и все, то есть я оттуда взяла ширину спинки, высоту, ну, длину-то, я имею в виду, это можно уже любую делать, это так условно, да, мне очень важно было вот это вот горловина, ширина горловины, потому что тут мне даже не на ком посмотреть, да, пройма и длина рукава, это все, что я взяла вот из какого-то описания, какого-то там кардигана с косами, да. Вот, то есть там без разницы, там, из какой он пряжи и с каким узором. Вам нужна только вот эта схема. И дальше я этот образец я связала, посмотрела, какая у меня плотность. У меня плотность в 1 сантиметре 1,2 петли. Да, кстати, вязала я на спицах номер 8. Резинку спиц номер 7, платочная вязка спицы 8. И я вот эту плотность... перевожу, ну, то есть умножаю вот на эти сантиметры, и то есть перевожу это все в петли. Сначала я всегда вяжу спинку, то есть 58 петель, вяжу нужную мне длину, у меня это будет 60 сантиметров до начала формирования скосов плеча. Да, вот здесь 12, тут, по-моему, там что-то, если умножить, там в районе 14 получается, но я округлила до 16, чтобы на плечи оставалось как-то. Плечи я всегда в этих кардиганах закрываю за 4 ступеньки, как бы. За 4 подхода. Ну, не знаю, почему как-то мне так нравится. Вот, поэтому я здесь округлила до цифры, которая делится на 4. Да, то есть на горловину я оставляю 16, на плечи 20. И закрываю за 4 раза по 5.
А дальше, этот кардиган я буду вязать не такой, как вот я до этого два кардигана вязала, да, там я вязала с V-образной горловиной. То есть, как я там делала, вот где-то там с середины я начинала делать на полочке убавки, вот так, да, чтобы получилась V-образная горловина. А здесь я так не хочу, я хочу попробовать новый способ, то есть связать... Он будет как бы, этот кардиган будет без запаха. Вот, будут такие прямые полочки, но потом же это будет все обвязываться широкой резинкой. Соответственно, на полочку я буду набирать 20 петель, вязать до нужной длины, в моем случае 60 сантиметров, и закрывать. Итак, две полочки я свяжу, все. Потом нужно будет только сшить, вывязать, ну, рукава и вот сделать здесь обвязку резинкой. Я, наверное, сделаю вот с подскоком, как Катя Юдина делает, но для молоденькой девчонки, мне кажется, это будет очень неплохо выглядеть. Вот, такие дела. Так, теперь я начала, но тут, девочки, спицы номер 8 вяжется все очень быстро. Посмотрите, как красиво пряжа выглядит. Но мне лично нравится очень. И вот эти такие коричневые. Мне очень нравится, что вот эти типа твидинги, да, они не какие-то разноцветные, а вот коричневые, бежевые, они как-то, ну, делают этот цвет таким взрослым. Не каким-то новорожденным, розовый для новорожденных, да, вот какой-то такой взрослый цвет. Так, сейчас у меня здесь 38 сантиметров, и у меня кончился моток. То есть у меня килограмм этой пряжи, две упаковки, соответственно, мне хватит и еще останется. Вот, ну а еще карманы же будут. Ну, карманы, это не очень большой расход. Вот, девочки, такой у меня старт. Сейчас пойду вязать дальше. План закончить сегодня спинку. Это вообще вполне реально, не напрягаясь даже. Ну, потому что, повторюсь, да, толстые спицы, они вяжут очень-очень быстро. Вот. Такой старт. Рассказывайте, девочки, вы хотите связать себе или кому-нибудь такой объемный кардиган? Потому что я получаю массу писем, что девочки ждут от меня такой мастер-класс. Я буду вязать еще такой кардиган маме из Lana Gold Plus. Вот, посмотрим. Ну, там будет другой узор на рукавах. В общем, так что рассказывайте, вяжете такие кардиганы или планируете связать, или, может быть, я вас вдохновила на вязание из толстой пряжи. Вот, мне будет очень любопытно почитать. Ну, а на этом все. Пойду вязать и увидимся с вами завтра.